Здравствуйте, дорогие любители моего канала. Время уже вечер, мы с мужем решили прогуляться. Поедем до храма Святого Саввы. Очень величественное здание. Это самый большой храм здесь, в Белграде. Пойдем на него, посмотрим, навряд ли нас внутрь пустят. Ну, если даже пустят снимать, навряд ли разрешат. Но вот внешне мы обязательно... Я сниму его, обязательно сфотографируемся. Так что всех вас жду возле храма Святого Саввы. Мы стоим на остановочке. Тебя не видно. Смотрите, надпись. Ох ты! Тут надпись, что, короче, имеют они бедного президента во все дыры. Я вам даже могу перевести на курат. Это нехорошее слово. По-сербски. Я правильно перевела? Это вот плохая надпись. Запомните ее. Это они своего президента имеют. Сейчас мы на остановочке. Мы поедем на автобусике. Первый раз. Смотрите, какой прикольный подземный переход. Все разрисовано. Такой первый раз вижу. Любители граффити везде. Ну то прикольно. Почему Грозный? Хороший, посмотрите. Вон, Корс есть. У нас пиво Корс, кстати. Смотрите, как классно. Почему ты сейчас снимаешь? Ну потому что мы всегда на машинке, а теперь мы идем пешком. Просто... Будет снимать, когда будем Все. Храм. Муж сказал снимать только когда храм. Без... Да. Вот перед храмом это аллея. Памятник. Памятник. Вождю Караджорджу. Опять Караджорджу? Да. Карадж, это который вашу азбуку сделал, нет? Нет. А, нет, это другой. Он повел войну. А, полководец был такой. На Турцию. На Турцию. Да, 1804 года. 1804 года. Да. Молодец какой. Прошли мы этого великого караджица. Эта война называется Первый сербский устав. А вот он храм, мы к нему подходим. На этом месте? На этом месте? Турки жарили это мощи Святого Саввы. А, они, короче, спалили Святого Савву, да. Как Жанну д'Арк на костре. Да. Именно на этом месте, поэтому здесь храм находится. Белого ангела. У меня муж сказал, что Святого Савву похоронили в монастыре, который находится рядом с его родным городом. Видите, какой красивый фонтанчик. Смотрите. Я хотела именно ночью показать, он вообще шикарен. Так, мы сейчас гуляем, ты моя радость гуляет. Мы так. Ты снимаешь? Я снимаю, я видео снимаю, как мы гуляем. Еще раз, это великолепие. Смотрите, он величественный, большой, ну вообще просто шикарный. 21-го. Пойдемте гулять дальше. Пойдем возле фонтана, меня сфотографируешь. Там сейчас прогуляемся. Потом еще вернемся возле фонтана, сфотографируемся. Вон еще памятник. Это кому памятник? Я плохо вижу. А, Никола Тесла. Это знаменитый ученый. То есть памятник Никола Тесла, знаменитый сербский ученый. Это я знаю.
Смотрите, вечером ребята тренируются. Это школа фехтования. Мы поближе подойдем. Вообще так классно. Ну, они, смотрю, не на рапирах, сейчас пока на палочках еще тренируются. Вот мы поближе сделаем. Ну, это так на открытом воздухе. Смотрите, ребята тренируются. Как это красиво. Я бы тоже хотела бы рапирой уметь пользоваться. Потому что девочки, посмотрите, какие изящные, красивые. Мальчики такие мужественные. Это все возле храма Святого Саввы. С другой стороны его обойдем. Немножко поближе подойдем. Нет, храм реально поражает своим великолепием. Он очень красивый, он большой, он красивый. И фрески, кстати, в этом храме делают русские зодчие, русские мастера. Ну и сербские, и русские. Это я точно знаю. Он большой, величественный. Самый большой храм в Европе, православный. Муж говорит, что этот храм сделан из белого мрамора. То есть вот эти все стены — это мрамор. Столько мрамора ушло на возведение такого произведения искусства. Не знаю, как могу его показать. Он очень большой. Внутри там очень шикарно. Внутри. Муж говорит, что здесь мастера работают внутри храма в 3 смены. То есть сейчас ночью тоже идет работа. И здесь работает 140 русских мастеров. Вот так вот. Видите, он сейчас еще огорожен. Ну, к 20, вот я вам говорила, когда Путин приедет, эту красоту. Ой, смотрите, какие цветочки. Какая красота. Вот он вход. В 2008 году я была здесь, там реально шикарно внутри. Я надеюсь, мы потом с мужем сходим, и я покажу, если разрешат снимать, как там. Еще раз. С этой стороны. Вот он, главный вход. Но он еще реконструируется. Ходим, гуляем вокруг храма. Муж мой. И я. Здесь, кстати, очень много влюбленных парочек. Все гуляют. Это такой центр города. Недвижимость, кстати, достаточно дорогая. Муж говорит, давай здесь квартиру снимать. Он говорит, ты что, с ума сошла? Здесь нельзя снимать квартиру. Она много-много денег стоит. Так что почему это... Вкусно? Не знаю, мне так нравится. Мне нравится наверх смотреть. Погуляем вокруг храма. За ручку. И все молодежь гуляет за ручку. Это так очень прикольный, как будто нам по 15 лет. Еще раз. Сейчас пройдем, я там еще фонтан красивый видела. Смотрите, как красиво. В центре ночной Белград, он вообще такая уж прелесть. По нему приятно пройтись на улице. Плюс 26, нет, сейчас, наверное, плюс 22, вечер. Ну, красота же. Кафешки на свежем воздухе. Люди вон сидят, кушают, слушают музыку, отдыхают. В Сербии не принято дома там собирать гостей, очень редко. Лучше вон пойти с друзьями в кафану, в кафешку. И там посидеть, да? И все это рядом, представьте, с храмом. То есть и развлечения современные, и религия, все рядом. Теперь мы с этого входа. Он был. Заходим. Он есть
главный ктитор инвестор. Путин главный инвестор этой реконструкции. 40 лет реконструируется этот храм. Вот мы прошли вокруг храма. Вот такая небольшая прогулочка. Сейчас к фонтану подойдем. Как небольшая? Для мужа это большая. Это прям тяжелая большая прогулочка. Для меня небольшая, я бы еще так часа три бы походила. По такой красоте. Вообще люблю гулять. И спать чуть-чуть. Пойдем сейчас возле фонтана. Смотрите, фонтаны. Сначала вот такие вот маленькие. Начинают, ну, работать. Когда они прекращают, по-моему, большие должны. Сейчас посмотрим. Вот фонтан находится возле храма Святого Савы. До позднего вечера работают фонтаны. Так вот, хороший. Вот. И смотрите, начинает работать высокий. Еще раз красоту вам покажу. Божественно. Вечером он так горит весь. Спасибо за просмотр. Вот такая у нас прогулочка получилась. Иди сюда, моя зайка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я вас всех люблю. Пока-пока.